Всем привет! С вами Борис, и это 31-й урок по моддингу сталкера. И сегодня мы поговорим о том, как же создать диалог с несколькими вариантами ответов. То есть, чтобы при открытии одного диалога нам были доступны еще какие-нибудь ответы. Короче, создание многоветочного диалога. И для этого нам понадобится сталкер и, пожалуй, инструмент, известный нам с прошлого урока, это диалог-эдитор, прилагающийся к SDK-07. Открываем его. Так. Открываем string table. То есть это идем в папку с SDK. Editors, bin, tools, dialog editor. И вот string table открываем strt. Dialog description, dialog table. Так, у нас есть какой-то диалог, но мы его удаляем. Спокойной душой. И вписываем новый диалог на английском. Да, мы будем говорить с бородой. Значит, что мы делаем? Переходим сюда. Меняем на русский. И создаем нулевую фразу, то есть с которой мы начнем говорить. Это будет фраза... Да, у нас будет что-то вроде спавна вещей. Иди ты. Так, добавляем ту фразу. Готова она, нулевая. Дальше добавляем фразу 1. Это уже фраза бороды. Могу предложить тебе... Форт ВВС Винтерес Ну, короче, просто пускай две вещи будет. Так, могу себе предложить тебе Форт или... Короче, и ВВС Винтерес. Так. Все. И теперь делаем несколько ответвлений. То есть, фраза 2 и фраза 22. То есть, это уже опозна... 2 и 22 уже опознается как две похожие фразы. И они соединены между собой. То есть, вот. Привет, братки... Ты можешь мне дать... Ну, привет, борода, ты можешь мне дать какую-нибудь вещь? Да ёб твою мать, иди ты нахуй, а! Так, могу предложить тебе форт или ВВС Винтерес. И пишем тексты. Давай. Сука. Давай. Ну ёб. Форт... И второй ВВ. И давай Винтерес. Давай Винтерес. Ну, кавычки отсюда уберем, похер. Давай Форт. И давай Винтерес. Вот так вот. Никаких других ответвлений мы делать не станем, чтобы диалог сильно не запутывать. Теперь его надо сохранить. Нажимаем Save As, это String Table у нас. Значит, это у нас описание, тексты. Это у нас будет текст. Сохраняем. И теперь сам диалог. Сохранить. Скрываем. Так, теперь текст. Окей, все есть. Так, диалог. Нам надо перепроверить диалог, а то он частенько говняно. Строится.
Так, ненужное удалим отсюда. Вот так вот. Спокойненько. Так, диалог ID, борода, толк, фраз, лист, фраз ID 0. Текст, next. Ну, короче, сейчас проверим с нотпада. Так, 0, ID 1, борода, толк 1, 2, да, все 22, все правильно стоит. Теперь добавим немного актионов, то есть, что у нас он будет спавнить. Для этого нам нужно создать функцию скрипта. Идем в Stalkers of Pripyat и заодно создадим папки. GameData. Так. И сейчас создадим здесь подразделы, а именно папку config. Так, и папку scripts. Так, в config создаем папку gameplay.txt. Так, еще папка текст. Создаем папку rus. И rus кидаем в текст. Хорошо, теперь берем... можем просто создать скрипт-файл. Сейчас, создать текстовый документ. Вводим... бармен. Диалог. Точка скрипт. Все. Скрипт. Файл готов. Открываем с ноутпада. У меня здесь уже заготовлен скриптик на спавн предмета. Сейчас его копируем. И вставляем первое. Отступаем. И также вставляем. Сейчас объясню. Так, функцион. Нужно вписать функцию и название нашей функции. А это будет именно функцион spawn inventories. Так, и теперь... И вот здесь вписываем название предмета. Его желательно взять из trade файла. Но я уже знаю, как это называется, поэтому впишу. VPN Interest. Все, готово. И также второе написано название функции spawn. Но вместо Interest мы впишем Ford. И также вот здесь в название предмета вписываем предмет VPN. Форд. Так, вот, все. Скрипт наш готов к использованию. Так, теперь. Если скрипт готов, идем дальше. Идем в папку eGameData, config, gameplay, и возьмем сюда файлик. Два файлика. Character desk с локацией, которую нам надо. То есть располагается профиль NPSNIC, с которым будем говорить. И файл dialogs. Idealogs Zeton. Так, GameData, config, gameplay. Кидаем сюда эти два файлика. Плюс. Опять идем в распаковку. Config, только уже идем в папку текст. Rus. И берем файл stdialogs. Ну, короче, куда мы вставим теги к нашему диалогу. Так, это не сюда. Config, текст. Rus. Вот сюда. Так, сейчас займемся папкой gameplay. Открываем все это с нотпада. И возьмем сначала за dialogs файл, то есть dialogs zeton. И сейчас заодно допишем вот этот вот диалог, чтобы потом его спокойно вставить. Так, у нас с ответвлениями фраза 2 и 22 это фразы, после которых мы будем спавнить вещи. После текста отступаем строчку, равняемся с листом фраз, вписываем такую херь, как action. Так. Пишем action. И после слэша здесь action. Все. И вписываем название скрипта и название функции. То есть
название скрипта у нас бармен диалог. Точка. Спавн винторез. Или что у нас там? Проверим по тексту. У нас вторая фраза на форт, а 22-я на винторез. Значит, спавн форт. И также это копируем. И под 22-ю фразу, под текст, вставляем такой же action. Только спаун винторез уже меняем, потому что 22-я фраза — это винторез. Так, стенлукс. Зато я лучше акцены такие проверю. Так. Все правильно. Диалог мы дописали. Теперь выделяем его весь. Копируем. Идем в диалог с файлом. В самый конец. После последнего диалога отступаем в строку. И вставляем наш диалог, который уже готов. И чтобы между концом диалога и Game Dialogs у нас не было пробелов. Это главное. Иначе игра просто пошлет нас нахер. Так. Заодно скопируем название диалога. Борода Талк. Копируем. Сохраняем. Диалог файл. Можно закрыть. Теперь Character Desk Zeton. Жмем найти. Зад А2 Сталкер Бармен. Это борода. Вот. Бармен на базе сталкеров. Вот его диалоги. Акторы диалоги. Берем последний актер диалог перед брейк-диалогом. Отступаем в строчку. Вставляем. Так, вот. Так. Копируем. Вставляем. И вводим название нашего диалога. А это было борода толк. Так, у нас одна строчка отступлена от брейк диалога. Все правильно, значит, все в порядке. Можем закрывать. Так, это можем тоже. Будем сохранять. Это тоже. Так, осталось последнее. Открываем текст с Notepad, то есть наши стринги. Открываем теперь папку GameData, configs, text, rules. Если диалог с Zeton, тоже откроем с Notepad. Так, вот 31-й, иди сюда. Идем в самый конец. Да ёб твою. Вот. И копируем наши стринги. Ну, как понять стринги? Это теги. Копируем. Отступаем от последнего строчку. Вставляем. Все стринги на месте. Теперь сохраняем это и закрываем. Все, готово. Многоветочный диалог создан. Ну, пусть здесь всего два ответвления, но, однако, это уже считается многоветочным диалогом. Ну что, братва, теперь погнали на проверку в игре. Когда я перейду, увидимся. Итак, вот мы у бороды. Ждем говорить. Привет, борода. Ты можешь мне дать какую-нибудь вещь? Могу предложить тебе форт или ВВС винторез. Давай форт. И еще раз винторез. Вот они, наши предметы. Так, я тут перезаписывал, поэтому валяются еще. Сейчас пойдем сычу загоним их. Все равно они нам не нужны. Ну что? Пиздец, что так помогает. Так, продаем. Продаем. Нормально. Доктор
Ну что, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям о моих уроках моддинга. До новых встреч!